Доброго времени суток! С наступившим вас 2021 годом быка! Я желаю вам всего самого-самого лучшего. Самое главное – это крепкое здоровье, благополучие вашей семьи, полная чаша в вашем доме. И самое главное, чтобы все ваши желания исполнялись. И сегодня наливать чаёк-кофеёк я себе уже приготовила в котиковой кружке, которую я поменяла. Видите, у меня такой мяу. Я поделюсь с вами пустыми баночками за декабрь 2020 года. Елочка у нас там сбоку с вами спрячется. И давайте, наверное, сразу приступим. У меня тут все под рукой. И начну я с вот такого вот средства от Ifrashe. Это Seba Vegetal. Это средство для проблемной кожи. Оно идет 4 в одном. Я писала уже про него отзыв в Instagram. Честно говоря, я не очень его поняла. Это вроде бы как увлажняющий крем против несовершенств. Наносить утром и вечером. Смотрите, состав кому вот нужен, где он тут. Изготовитель. Вот, в общем, девочки, вот такая вот только информация. Коробочку я выкинула. В общем, суть какая, смотрите. Мне это средство не то чтобы не понравилось, но и как такового эффекта вау я от него не увидела. На сайте Ifrashe можно посмотреть на него отзывы. Отзывы там достаточно спорные. Мне что не понравилось? Вроде бы действительно, да, увлажняет кожу. То, что борется с несовершенствами, я не сказала бы. Вот, как увлажняющий крем, ну да. 40 мл, стоимость у него бюджетная, он что-то около 1000 рублей, по-моему, стоит 890, если я не ошибаюсь, ну, могу обмануть, девчонки. Ну, в общем, что мне не понравилось? Мне не понравилась липковатость, вот что. Ну, и борьбы с несовершенствами я не заметила. Я его израсходовала, я сначала потестировала его несколько дней, как раз-таки написала отзыв, потом я про него забыла, он у меня пролежал пару недель, и... Ну, регулярно я стала им пользоваться, думаю, может быть, мнение мое поменяется. Нет, мое мнение не поменялось. В общем, девочки, мне это средство не понравилось. Ну, такое себе. Так, следующее, что это? Ну, самое обычное мыло для рук, жидкое, Абсолют. В этот раз у меня грейпфрут и бергамот, очень приятный аромат. Ну, нормально. Мыло как мыло, ну и в аптеке мыло, согласна? Так. Это мой любимый Чистин. Я его покупаю регулярно. Что-то капает с него. Я его покупаю регулярно. Мою им и ванну, и туалет. Как бы, и меня очень удовлетворяет. Единственное, что содержит активный хлор. И я уже много раз говорила девчонкам, кто не переваривает запах, те не берите. Так, что еще? Я брала в Магнит Косметику такой вот ушастый нянь-отбеливатель для детского белья. Именно... Я брала это для кимоно ребенку. Ну, девчонки, ни о чем вообще не понравилось. Раньше это средство, давным-давно еще, когда я покупала, оно было намного лучше. Так, следующее. Вот такие вот кубики от Бреф. Формула 2 в 1, которые надо бросать в сливной бачок. Мне они очень нравятся. Действительно, унитаз, прошу прощения за подробности, да, он выглядит лучше. Он блестит. Вот. Ну и голубенькая водичка. Прикольно. Моим нравится. Вот. Но суть в том, что унитаз, мне кажется, он как-то чище, что ли. Я люблю, когда в ванной все чисто. У меня прям мания такая. Так. Еще что у нас тут. Жидкое мыло Милана от Грасс. Фирма Грасс мне нравится. Это мыло очень вкусное. Оно действительно черника в йогурте. Потрясающий аромат. Похоже чем-то на, знаете, долгоиграющие йогурты. Вот эти вот Кампино. Вот в таких вот небольших стаканчиках. Увлажняющее жидкое крем-мыло. Насчет увлажнения я не могу ничего сказать. Я не заметила. Дозатор удобный. Вот такая вот помпа. Объем большой. И стоит он 109-119 рублей. В зависимости от магазина. Вот. Мы его израсходовали полностью. Мыло неплохое. Так. Здесь у меня еще один Чистин, девочки. У меня один просто заканчивался на начало декабря. И второй вот я изничтожила. Покупаю я его в фикс-прайсе. Да, кто не знает. Следующее, что я вам еще покажу. Смотрите. Буду в хаотичном порядке доставать все из корзины. Natural Kids. Это я заказываю малому. Мне очень нравятся эти гели для душа, шампуни для душа. Это у нас Body Wash and Bubble Bath. Гель для душа и пена для ванны. Потрясающий аромат такой. Химозненький, но очень вкусный. Вот, это Avon. Так, следующее.
Что у нас еще закончилось? Я вам показывала в обзоре покупок с Wildberries. Это пакеты для лотков, универсальный размер, чистый, гигиеничный. Видите, как здесь нарисовано, что края аж вот так вот. Все будет зависеть от размера вашего лотка. У нас лоток большой, я специально брала глубокий, чтобы она не вытаскивала наружу весь наполнитель, да, чтобы в коридоре у меня всего этого не было. Здесь у нас какой размер? Вот, смотрите, для лотков 45 на 30 на 29. Они стоят не бюджетно. Мистер Босс мне нравится намного больше. Они недостаточно плотные. Вот эти пакеты видно, да, что они здесь прозрачные, 10 штучек. И на наш горшок, горшок у нас... Ну, средний, я бы сказала. В общем, они, знаете, какие? Они получаются вот так вот огромные, а в глубину совсем маленькие. Вот совсем маленькие, я еле-еле натягиваю вот сюда. Так что нет, эту покупку я не повторю. Но это была вынужденная покупка, потому что наших пакетов на тот момент не было, и поставок не предвиделось почему-то. Все время забываю я вот эти вот коробочки, у меня их очень много израсходуется. Это Поклан Практи, очень, видите, пустенько, очень хорошие перчатки, мне они очень нравятся. И одни перчатки можно использовать и не на один день, в зависимости от того, насколько интенсивно вы работаете руками, что вы делаете. Но они не так быстро рвутся, как прозрачные. Вот, я их покупаю в обычном магните, сейчас они по акции 59 рублей, вот в течение всего декабря были. Так что это я покупаю, это мне нравится. Закончился у нас еще один крем-гель для душа, банановый рай. Очень классно он пахнет, мне нравится. Я покупала ранее, это я повторила покупку, я вам как-то уже показывала. Покупала такой а-ля кофейный, мне не понравилось. И клубничный, тот слишком химозный банан, из них самый-самый нормальный. Продается в Магнит Косметики. Так, давайте это вот так вот назад я все положу. Гель для душа Care Royale, это Avon, обалденный аромат, очень классный, не буду на нем долго останавливаться. Так, у меня закончились еще сразу вот две баночки, тут у меня стоят скраб смузи для тела, вот такой вот, я покупала его в фикс-прайсе, когда он был новинкой, это манго, полирующий. Манго мне понравился меньше, чем клубника. Он вообще не пахнет манго, и знаете, такой вот, его прям оттуда вот выгребать надо. Вот реально выгребать надо. И аромат такой себе, в общем, не повторю. И когда я нюхала в покупках в Экспрессе, я вам говорила, что по аромату, ну, фу, такое себе. Вот. А вот это вот тоже Экспрессе, девочки, это останавливающая маска для поврежденных волос и секущихся кончиков. Мне она понравилась, что удивительно, потому что мне далеко не все маски подходят для волос. Но я использовала только на хвост. На корни я вообще не наносила. У меня смешанный тип. То есть у меня жирные корни, сухие кончики. И если я нанесу на корни, это блинчик будет на следующий день. Но на конце мне понравился волосы. Знаете, как будто я кератиновую маску какую-то использовала. Вот, она мне понравилась. Поэтому присмотритесь. Ее, по-моему, две версии есть. 450 мл объем. Вот, посмотрите здесь информацию, кому интересно. Ну вот, в общем, мне подошла. Так, поехали дальше. А что у нас здесь? У нас здесь еще у ребенка вот такие два гели закончились. Но, честно говоря, я ему помогла их измылить. Один зимние ягоды, второй мандариновый микс. Это Фаберлик. Девчонки, пахнет реально вот очень классно. 26-16 и 26-18. Очень-очень классные ароматы, и мне понравились все ребенку. Берите на заметку, кто любит именно фруктовые гели. Для лица у меня закончился от Clear Skin Avon вот такой вот тоник для глубокой очистки. Pore Shine Control, сокращение пор и блеска на каждый день. Но, честно говоря, мне больше нравится сиреневый тоник, я как раз только его... открыла, он лучше, он для проблемной кожи, но учтите, что он более термоядерный. Для нежной, чувствительной и непроблемной кожи не берите, можно обойтись вот этим вот. Так, раз уж мы заговорили про лицо, у меня под рукой здесь чистая линия идеальная кожа. Это гель для умывания и нежное очищение для нормальной комбинированной кожи. Девчонки, обалденный гель, вот чистая линия, что ни говори. У них много спорных очень, да, средств. Гель, вот, который в обычном тюбике я вам показывала, мне вообще не понравился. Я даже вот его не доизрасходовала ни о чем. Вот. А вот
именно вот это средство, из чистой линии мне нравится два средства. Я уже об этом говорила. Вот это. Я покупаю его постоянно в Магнит Косметик. И в этот раз я купила, я вам показывала в покупках. И нравится мне скраб с абрикосовой косточкой. Такой, знаете, хардкорный. Раз в недельку, раз в две недельки его использовать. Вот, то есть, ну, вот это я рекомендую. Посты я уже писала неоднократно, и он мне очень нравится. И что мне нравится, честно говоря, он реально не сушит кожу, он легко смывается. И он смывает макияж. Ну, это для ленивых, да, или кто очень сильно торопится, я люблю. Я в ванну зашла, сразу такая чик-чик-чик, полностью лицо умыла, и все. И больше ничего не делаю. Так, что еще у меня? Я использовала краску с Йос. Смотрите, это оттенок 7.5, холодный глисен. У меня где-то на канале, буквально, может быть, месяца два назад, наверное, да, я тонировала волосы, я показывала, как я это делаю. Именно тонирую. Корни я не трогаю при этом, девчонки, потому что, ну, я отрастила свой натуральный цвет, и я с ним хожу. Отращивать это очень сложно, кто красится, прекрасно меня понимает. А здесь написано, что стойкое тонирование до 8 недель. Почему я делаю тонирование? Во-первых, седина. Во-вторых, после лета сильно выгорает у меня концы очень сильно. Вот. Ну и он, конечно же, не такой, как на картинке. Он не холодный глиссе и даже не такой, как вот здесь вот. Он такой твердая семерочка. Ну, 7-5. Пятерка это у нас коричневый, насколько я помню, если не ошибаюсь, да. И то есть он будет уходить в рыжину, имейте в виду. Но так как у меня свой пигмент тоже есть, присутствует рыжий, поэтому, да, рыжий пробивается. И здесь никакого вот такого вот пепла, как на картинке, вы не увидите. Поэтому имейте в виду. Но вот эта вот тонировочка мне нравится, она смывается, да, но дает очень хороший эффект. Вот нет. Ну, совсем не то. Вот я вам кончик даже хвоста покажу, видите? Вот рядом не стояла, да? Вот. Видно вам. В общем, здесь у нас такой, знаете, я бы сказала бы, 7.1, наверное, да, на картинке. Но на самом деле нет. Это 7.5. Так, поехали дальше. Еще одно очень хорошее и любимое мое средство у меня закончилось. Это Белл Косметик. Заказываю я все время на Белорис. Против угрей экспресс-средство с маслом чайного дерева и цинком. Ну, по сути, это цинковая паста с добавлением чайного дерева. Чем мне эта штука нравится? Здесь масса 25 грамм. Цена вполне бюджетная. И если у вас какое-то воспаление, вскочил какой-то прыщик, и на ночь нанесли, с утра встали, воспаления практически нет. То есть не совсем прям к нулю, да, но у вас не будет торчать такая красная вот шишечка. Вот. Или если что-то болючее внутри, да, то есть он помогает справляться с этим воспалением. Что мне еще нравится, он сужает поры и хорошо, ну, как бы, знаете, матирует и немножечко осветляет кожу. Вот. Но наношу я точечно. Вот. И там рекомендовано наносить точечно. Специальный комплекс ингредиентов средства мгновенно успокаивает воспаленную кожу, подсушивает прыщики, устраняет угревую сыпь. Точечно непосредственно воспаленные участки и угри. Да, действительно, очень классная штука, присмотрите к ней, прям мне нравится. И заказываю уже не один год я эту вещь. Так, я вам говорила, что я решила попробовать сказать парфюмерию Speedy Paris. Это у меня закончился, ну, в общем, какой-то нонейм. Потому что у меня, когда я открывала посылку, здесь были стерты некоторые надписи. Что я хочу вам сказать? Ну вот, мое мнение практически не поменялось, так же, как я говорила вам в обзоре этого заказа, да? Вот именно этот, почему он у меня первый закончился, я использовала как ароматизатор для дома. Потому что действительно пахнет хорошей такой вот качественной отдушкой парфюмерной. Отдушкой для там мыловарения, для изготовления там, может быть, чего-то вот такого, да, отдушки, потому что я покупала всегда для мыла очень хорошие и качественные, поэтому это вот мне что-то вот напоминает. Так, чтобы носить на себе, нет, для дома, да, ну, как-то дороговато, мне и Эрвик, в принципе, вполне устраивает, девочки. Этот аромат точно нет, это, по-моему, был Lovely, по-моему, да. Но он там и рядом с оригиналом не стоял, честно говоря. Так, раз уже говорили мы про освежители. И вот они, мои любимчики. Освежитель воздуха Кашемир. Я уже покупаю его много лет, еще когда он был в предыдущей версии, в предыдущей упаковке. Лилия Эрвик.
к сожалению, вот эти вот перестали подходить. Хотя вот, ну, смотришь, вроде визуально одинаково, да? Но почему-то в баллончике они перестали вот в эти подходить. А жаль, приходится вот так вот распылять. Потому что у них сухое распыление, никакой пены, никаких соплей, никаких слюней, ничего не летит в разные стороны. Для меня это важно. Ну, чтобы не было пятен там на ванной и еще где-то, да? Вот. Слива Глейд, я покупала ее в фикс прайсе. Мне тоже очень понравилось. Аромат приятный. Такой, ну, хороший, насыщенный аромат. Сладость, слива. Здесь еще написано «Дали» и «Пачули» цветы. Вот, аромат прикольный. Я еще, наверное, куплю. И мне нравится, что здесь также сухое распыление идет. Ну, относительно сухое, да. То есть, когда вот ты брызгаешь, если у Эрвика, я вам уже как-то показывала, да, нажимаешь, и здесь прям пенка образовывается, и все это как бы стекает, то у Глейда такой болезни нет. За это большой респект. Так, следующее. А, еще одна маска. Помните, я ковыряла ее консервным ножом, девчонки, и смех и грех. Тоже покупала в фикс-прайсе, Milk River, маска-кондиционер глубокого увлажнения с коровьим молоком. Маска действительно хорошая. Вот, смотрите. Для сухих, непослушных волос. Вот вам так покажу. Мне она понравилась. У нее очень приятный аромат. Напоминает, знаете, а-ля маски козье молоко. Ну, которые обычные, да, линейка. Вот даже до сих пор пахнет в пустой банке. Я также наносила только на кончики. Кончики волос шелковистые, гладкие, блестящие. Ну, я довольна. Единственный косяк, это мы никак не могли с мамой открыть эту банку, поэтому мне пришлось вот над ней так издеваться. Так. Следующее. Уход для волос. Также от Kerasys. Это у нас восстанавливающий шампунь для тонких волос. У меня он очень понравился маме, оздоравливающий. Мне не подходит, потому что у меня жирные волосы, а маме очень прям вот нравится. И покупала я, по-моему, тоже Магнит Косметикова. Так. Дальше, девочки, что у нас тут? А, вот у меня закончились от New Clinical пилинг пэды. Ровный тон укрепления. Профессиональное очищение, подушечки пилинга, кожи лица. Комплекс из 5 кислот. Еле я добила этот комплекс, честно говоря. Вот. На самом деле, что хочу сказать. В фикс-прайсе, который от центра пилинг-пэда, мне нравится больше. И работают они лучше, чем вот эти вот. Ну и такие пилинг-пэды проще сделать. Ну, в принципе, можно и самой. Баночка вот эта вот остается у вас, да? Вот. Можно положить сюда обычные ватные диски, залить любой тоник с аха-кислотами, например, да? И вуаля, все вам готово, и не надо платить 500 рублей. Так что я покупать их однозначно больше не буду. Так, следующее. А, тут еще один у нас гель от Ифраше. Гранат. Классный вообще. Классный штук. Классный. Также у меня закончился мой любимый шампунь Крея Витавы против перхоти. Питающий, защита от выпадения волос и так далее. Девчонки, я его покупаю не потому, что там у меня проблемы с перхотью, еще что-то. Слава богу, у меня этого нет. Просто он очень хорошо очищает корни волос, кожу головы. То есть, ну, с этим шампунем я могу походить 2 дня. Вот. С другими шампунями мне приходится мыть каждый день. Вот. К сожалению. Еще у меня закончилась вот такая вот маска Планета Органика. Это 7 дней Beauty System. То есть, да, на недельку. Не на недельку, девочки, тут такой объем. Да, смотрите, сколько здесь у нас грамм. Объем 100 мл. То есть, в принципе, маски получаются по очень выгодной цене. Это маска для лица водорослевая. Что она делает? Slim and Beauty. То есть, она, по идее, должна как бы лифтинг-эффект, да? Попробуй 7 дней использовать систему для ухода. Но тут написано, что надо очень много пить воды, ля-ля-то-поля. Эта масочка обладает дренажным действием, омолаживает, тонизирует кожу, уменьшает отечность. Маска мне понравилась. Да, она как-то тонизирует, ну, может, какое-то чувство свежести придает. Не знаю, буду ли я повторять ее или нет. Я сейчас вот такую же тестирую арбузную маску. Арбуз там и рядом, кстати, не стоял. Вот, ну, вроде неплохая, а с другой стороны, да и ничего-то, что-то она особо ничего такого супер-пупера не делает. Поэтому, ну, под вопросом, скорее всего, нет. Но хватило мне ее намного больше, чем на 7 дней. Ну, неделю на 2-то точно мне ее хватило. Вот. Так, еще у меня закончился
один из моих любимых карандашиков от Stellery. Я как-то писала на пост, на свои карандаши, что-то протекло. Это цвет 06 олива. Он обалденный. Тут у меня есть огрызочек какой-нибудь. Вот, ну вот, там совсем чуть-чуть. Вот видите? Действительно такой темно-оливковый, с мелким шиммером. Ну, тут краешек испачканный немножко, вот. Ну, карандаш классный. Я повторю эту покупку обязательно. Спасибо Stellery. Я люблю такие оттенки, и они, к сожалению, не у всех есть. В Эйвен я еще стабильно покупаю уже много лет. Карандаш Диамант. Мне нравится эмеральд оттенок. Так, и вот у Stellery я нашла цвет. Отуо. Подводка. Нашумевшая. Вот я так и не поняла, зачем вот эта вот фигулина тут, честно говоря, вот эта. О, опять она стала рисовать. Странно. Девочки, я на самом деле ее кинула. Почему? Потому что она у меня перестала рисовать. Волшебство. Значит, мы ее возвращаем из пустых баночек. Смотрите. Опять рисует. Вообще не рисовала. Не знаю. Странно. Ну, подводка неплохая, и мне что нравится, можно нарисовать абсолютно любую линию, и это не фетр, это кисточка, видите? Вот она. Чудеса в решете. Она абсолютно не рисовала, я что только с ней не делала, потому что она у меня уже сколько? Ну, больше, чем полгода. Наверное, с начала весны. Ну да, уже скоро год будет. Я думала, что все, она приказала долго жить. Нет, я ее возвращаю, я довольна. Ха-ха. Так, бывает же, да? Закончился у меня шампунь сухой, шампу. Сухими шампунями я стала пользоваться только из-за челки, потому что каждый божий день мыть голову, ну, это караул просто. Потом еще хуже будет, на полдня вообще будет хватать. Я обычно мою, допустим, понедельник вечером помыл, потом среду вечером помыл, ну, грубо говоря. Ну вот, поэтому иногда грешу и использую сухой шампунь. Вот этот шампунь, кстати, мне нравится. Ну, вполне себе такой нормальный. Ну, со своей задачей он справляется. Естественно, я использую только на челку, то есть я не хожу там неделю, да, с ним этой головой. Это вот ни в коем случае. Закончился еще мой любимый согревающий гармаш от Avon Inyo с витамином С. Я сразу же писала на него пост, как только он появился в новинках. Мне хватило его очень надолго, потому что я использую его, ну, где-то 1-2 раза в неделю. А здесь написано, да, что можно использовать 2-3 раза в неделю, но так как у меня еще другие есть достаточно агрессивные средства для ухода за кожей, я использовала его раз в неделю. Он очень классный, термоядерно такого вот апельсинового цвета. Девчонки, я вам рекомендую купить и попробуйте. Мне очень он понравился, хорошая штука. Так, туалетный утенок, кря-кря, стикер чистоты, цитрус. Хорошая штука, мне нравится. Так, и два парфюмчика у меня закончилось. Смотрите, один это я покупала всю линейку вот этих вот новинок у Avon. Это турецкая роза, короче говоря. Мне она понравилась больше всего, потому что я люблю сладкие, цветочные, восточные, тяжелые ароматы. Мне она понравилась, и она стойкая, девочки. Жасмин мне не понравился, он слишком прям какой-то зеленый-зеленый. И если его сравнивать с Эфраше, а жасмин от Эфраше, я просто обожаю, это вот моя любовь навеки. Он рядом не стоял, да, и третий там, чего у нас было? Еще какой-то третий аромат, не помню, из головы вылетел, короче, тоже не понравился. Вот, а вот это вот прям мне нравится. Понравилось. Я, наверное, повторю эту покупку. Хочу, чтобы у меня в коллекции это было. Вот. И, естественно, мой любимый Yves Rocher. Eau d'Amour. Очень классный парфюм. Обалденный, шикарный. И могу только хвалебные оды петь. Все. Yves Rocher я люблю уже кучу лет. И это вот моя любовь. Так, девочки, давайте пройдемся, наверное, по одноразовым маскам. Значит, первое, что я вам покажу. Это вот такая вот от Etude Organic маска. Му-му-му, по-моему, да, она тут? Да, му-му-му, биобаланс, восстанавливающая тканевая маска баланс, лактобациллы. Да, лактобациллы. Как-то я не вчитывалась. Оптимист, такая вот симпатичная
коровка, написано Made in Korea. В общем, короче говоря, я вам вот так вот покажу. Вы почитайте. Покупала я в фикс прайсе. 55 рублей, девочки. Вот, 55. Маска хорошая. Мне понравилось. Сыворотки там вагон. Там очень много ее. Можно потом и на руки, и на ноги, и куда хотите намазать. А, лекала вполне нормальная. Цена бюджетная. Эффект есть. Увлажняет. Как-то вот кожа. Вот видите, как тут написано. Чего у нас тут? Увлажняет, питает, способствует омолаживанию. Но омолаживание это все, конечно, ерунда. На текстуру кожи она тоже не влияет, но действительно увлажняет. И так вот, ну, мне понравился эффект. Следующая маска от Виленты. Что тут у меня тут натряслось на нее. Вот, вот такая вот маска. Я их покупала все 4 вида, использовала пока только одну. Почему? Она мне не особо понравилась. Там тоже очень, в 2 раза больше, мне кажется, чем вот в этой вот маске жидкости, сыворотки самой. Эта маска против мимических морщин, интенсивно увлажняет, питает кожу нормальной, сухой. Вот. Ну, тут все стандартно написано, по сути-то, девочки. В общем, суть какая? Мне что не понравилось? Мне не понравилось, что она мега липкая. Час прошло после того, как я сняла маску, и кожа была липкая, мне хотелось просто смыть. Короче, нет, не понравилось, лучше кремом намазать. Это мне приходило в какой-то коробочке красоты. Здесь розовая вода, очень классный тонер, мне понравилось, да. Ну, естественно, покупать я полную версию не буду, потому что они там стоят вообще космических денег, не вижу смысла. Еще мне понравилась вот такая маска от... Кто это у нас? В общем, это тоже Made in Korea для проблемной кожи. Девчонки, я не помню. Вот Магнит Косметики я ее покупала или в фикс прайсе. Вот про эту маску не помню, честно вам скажу. Это маска с маслом листьев чайного дерева, экстрактом кипрея, ускалистого. Иван-чай, короче говоря. Вот. Хорошая маска. Ну, мне понравилась. Даже какое-то покалывание было первые, там, я не знаю, секунд 30-40, наверное. Мне она понравилась, я вот вспомню, где я ее куплю. Ну, или Фикси, или Магнит Косметики, это однозначно. Я повторю эту покупку, и цена, по-моему, у нее тоже была вполне бюджетная. От Фаберлик вот такая вот масочка с витамином С. Здесь, кстати, даже у меня, видите, осталась сыворотка. Маски там, естественно, нет, сыворотка осталась, потому что мне ее уже некуда было мазать. Ее там очень много, ну просто очень много. И маска сама по себе большая. Энергия, тонизирующая маска. Она увлажняет кожу, она действительно как-то, даже, мне кажется, немножко делает ее светлее, тонизирует. Ну, эффект, естественно, не долговременный. Маска неплохая, код 0460. Ну, возможно, повторю, а может быть и нет. Ну, как-то, не знаю. Эффекта вау нет. Но маска неплохая. Не первый раз я уже покупаю вот такой вот, это Фикси. Борется как бы с акне. Она также с экстрактом зеленого чая. Тоже вот все вот, ну, плюс-минус одинаково. Только вот это мне понравилось больше, потому что, ну, тут хоть какие-то даже покалывания почувствовались, да, реакция кожи. Вот, здесь, ну, маска хорошая, я покупаю ее, по-моему, 3-й раз. Бюджетно? Так, закончились у меня еще вот такие вот гидрогелевые патчи для зоны вокруг глаз. Покупал это Флоресан, 10 пар здесь, 15-20 минут, упругость, эластичность кожи. Кстати говоря, покупала я их в фикс прайсе, и патчи неплохие. А где они? Made in кто? Импортер в Туркменистан, туда-сюда. Так, изготовитель Флоресан, Россия. Угу. Ну, неплохие, в принципе, но... Я как-то, знаете, заметила, что патчи. Мне больше нравится какой-нибудь крем нанести под глаза, жирненький, типа Геронтола. Таким толстым слоем. Дать впитаться там 15-20 минут, излишки убрать. Потому что после некоторых патчей я вот заметила. Сейчас я вам покажу. Сейчас вот я вот этими пользуюсь, да, вот такими вот. Они у меня тут еще целые, только одну пару попробовала. У меня почему-то припухлость еще больше становится. Как-то обратный эффект. Здесь такого эффекта нет. Да, действительно, как-то отечность меньше, но не высветляет ничего, никаких кругов. Поэтому, ну да, увлажняет кожу на какое-то непродолжительное время. И как бы все.
Так, и последнее, что я вам покажу, по-моему, последнее, да. Это вот такие вот две масочки от Avon, Made in Korea. Это Hand Mask для рук и Foot Mask для ног. Это серия линейка «Термальные источники». Я покупала по распродаже. Здесь одна пара. В общем, какой здесь смысл? Смысл такой, что мы помыли ручки-ножки, все это насухо вытерли, руку туда засунули, перчатку вот так вот скрепили клейкой, там есть наклеечка такая, и 15-20 минут надо подержать. Значит, что я скажу вам по поводу носочков сначала. Они на мой 41 большой размер налезли замечательно, и по ширине, там и подъем, и все что угодно можно засунуть. Очень удобно, очень комфортно. Можно даже ходить по дому, я ходила, шуршала, у меня Милка бегала за ногами, ей было прикольно, что это мама тут в фольге завернулась. Вот, и эффект мне понравился, кожа увлажненная, пяточки такие гладенькие, ножки гладенькие, вообще бомба, девчонки. Ну, я и отзыв в Инстаграм писала, мне понравилось, я реально рекомендую. Для рук мне тоже понравилось, я делала, кстати, вчера, видите, после этого я кремом никаким не мазала. Но у меня уже попала на руки белизна. Вот здесь у меня совсем сухо было вчера, сегодня. И были такие, знаете, шелушения. Сегодня этого уже нет. Никаких шелушений после этой маски. Крема, конечно, хочется нанести, да, но видите, кожа все равно какая. В общем, единственное, что эффект такой термо у меня был вот на этой части руки. Прям чувствовалось, как греется. Спустя 5 минут, наверное, после того, как я вот подержала руку в перчатках, и когда я сняла, остатки вот так распределила все, и на руках, и на ногах, то есть на ногах у меня термоощущения не было, на руках было. Не знаю, хорошо это или плохо, но никакого раздражения, никакого дискомфорта у меня не вызвало, и я обязательно закажу, вот сейчас в январе, я обязательно закажу еще и для рук, и для ног. Ну, хотя бы, не знаю, раз в неделю, может быть, делать выходной, потому что особо-то времени нет. И я специально не стала выкидывать, я вам покажу, как это дело выглядит. Это носочек, больше похоже на уги, наверное, да? Размер такой вот прям большой, видите, да? Вот, вот здесь такая вот наклеечка была сбоку, то есть вот так вот. Ну, у меня получалось, что мне надо два раза вот так, наверное, заворачивать, потому что ноги худенькие. Вот. Ну, очень все удобно, а внутри это выглядит вот так. Вот. Вот такой носочек. И сейчас я вам покажу перчаточку. Где она мне? Специально, думаю, не буду выкидывать. Девчонкам покажу, как это в счастье выглядит. Вот такая вот перчатка. Вот она. Пальчики, все очень удобно. И здесь вот наклеечка. То есть ручку туда засунули. Видите, у меня сгиб вот здесь вот. Просто больше было не согнуть. Вот, вот так вот. И все, и ходите. 15-20 минут. В общем, штука классная, короче, девчонки. Мне понравилось. Я вам однозначно рекомендую это дело испробовать, использовать. Я надеюсь, вам тоже понравится. Вот. На этом пустые баночки за декабрь у меня закончились. Я очень надеюсь, что вам мои отзывы на какие-то средства из этих были полезны. Что-то, может быть, вы попробуете, от чего-то, может быть, вы откажетесь. И буду с вами прощаться. Желаю вам отличного настроения, исполнения всех ваших желаний. Самое главное, берегите себя. Пока-пока!